Власти Австралии обещают возобновить поиски пропавшего почти 3 года назад малазийского Боинга в будущем, если появится свидетельство его местонахождения в какой-либо конкретной местности. Однако пока таких нет. Заявление прозвучало на следующий день после того, как министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии официально объявили о том, что поиски лайнера в южной части Индийского океана остановлены. Мы не исключаем вероятности глубоководных поисков в будущем. Сегодня я хочу сказать, что поисковые работы на площади 120 тысяч квадратных километров были завершены. Австралийские власти уверены, что в районе, где велись поиски, обломков самолета точно нет. Хотя подводные поиски приостановлены, некоторая деятельность продолжается, в том числе анализ дрейфующего мусора и дальнейший детальный анализ спутниковых снимков. Он завершится к концу февраля. В то же время Управление транспортной безопасности будет продолжать рассматривать любые запросы от Малайзии, включая исследование любых обломков, которые могут быть выброшены на берег в ближайшие месяцы. Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Он совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолет мог потерпеть крушение в южной части Индийского океана. Однако место катастрофы так и не было установлено. По словам австралийского министра транспорта, стоимость поисковой операции составила почти 200 миллионов долларов. Родственники пассажиров пропавшего самолета недовольны решением остановить поиски.